Всем привет, ребят! Продолжаем коллекционера. Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Ивана с ником Комис, Кумис, Кумес. В общем, непонятно какой ник, как его правильно прочитать. Находится он в гильдии Rise of the Phoenix. Что-то знакомое, кстати, гильдия. Первые места, кидайте заявочки, вступайте. Атака фортов с 20.00 до 21.00. Пропуск БГ-кик. Так, такой вот аккаунт у нас, минимум доната, до шапки не дошел. Смотрим, что у нас по героям. Так, Бигфута нет, Паладина нет, Садника нет, Фрея, Фея, Седна, Кинди, Рибит. В общем, есть что выбивать, Махатма, Буги тоже, наверное, нет, скорее всего. Поехали, посмотрим в алтаре. Так, ну, тыковка... Отлично, сердцеедка такой себе, Анубис отлично, Ронин огонь, Стрелок стойкость, Ворожей вообще лялька, Афинка, ну блин, я вам скажу, на такой донат приличные таланты и приличные, посмотрите, пятые ремки, ну да, аккаунт очень-очень даже неплохой, многие донатные могут ему даже позавидовать. Так, дальше пошли четверки у нас. Вот так вот пятую корку сразу же, изи. Второй разброс, так, отлично. Так, 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 так. Ну, в общем, мы посмотрели, так как раз и что нам надо. Что у него здесь делается. Дашка еще есть, Афинка в запасе. Ну, вроде и неплохо. Вроде и неплохо. Так, отлично. 40 тысяч самов, ребят. Ну, это не факт, что мы соберем. Сразу посмотрим. Постараемся, скажем так. Либо придется резать опять видос. Так, рыцарь. Отлично. Второй. Призрачный всадник. Его, насколько я помню, нет. Поздравляю. Слотов у нас тоже не хватает. Это очень печально. Леди Лео. Так, я не понял. Расклад кто должен был чистить? Сейчас я что-то поудаляю тут. Ну, блин. Ну, ладно, возьмем. Просто изи, поздравляю, по-моему, недостающий герой, сразу же еще один. Да, сегодня твой день, Бигги. Не, или призрачный у него был, что-то я попутал. А, нет, тоже нету. Два недостающих героя, ребят, за 7к. Это удача. Ворожей одержимый. Офигеть. Еще бы так эти слизни падали. Блин, вот это вот больше всего бесит. То, что мы уже еще один призрачный. Студенистый укротитель. Ну давай, хранитель. Королева Гарпий Смерть, еще один студенистый. Капитан Дрейк, оно. Фея. Кота Фея. Ниндзя. Заклинательница. Дракос. Ну нифига себе. Ну студенист, наверное, рыцари мы этих собрали штук 7-8 штук. Кенди. Сейчас будет такое же западло, как и на предыдущем аккаунте. Фрея Смерть, ну нифига себе. Вот это да. Вот это, ребята, это оно. Даже еще раз зайду посмотреть. Фрея просто изи. Смотрите, сколько мы уже офигенных героев достали. Бигфут, Фрея.
Так, ну нам нужна седна и мохнатка нужна. Что у нас делается? Собрали только малыша Ника еще. 4 слизняка, 10к в принципе. Блин, еще эти слоты покупаем. Ну. Афина. Фараон. Кстати, их сейчас однозначно не хватит. Гаргул. Ну, рандомчик. Ну, я знаю, что ты не дашь, блин. Это ж и так все понятно. 13 с 15, ребят. Ну, блин. Как обычно, ход конем. Ну что, ребят, продолжаем трешачок. На этом же аккаунте взяли ему пак. Нам не хватает 2 слизня. Как видите, возможно, сейчас получится еще выбить малыша Ника. Я надеюсь на это. Так, ну что, поехали. Первый. Дракос опять. Дракос у нас есть. Я надеюсь, нам на 8к упадет хотя бы один слизняк. Хотя может быть такое, что на 8 мне упал все-таки. Так, ну все. Все, еще малыша Ника. Бугимен, офигеть. Ну что, поздравляю, еще один. Неплохой, скажем так, герой, особенно для такого аккаунта. Так, хранитель. Просто адский получился у нас роллинг на этом аккаунте. Рея, блин, Бигфут, куча недостающих героев. Смотрите, Бугимен. Раз. Рея. Он очень хотел Фрея. Но я чуть ее только что не продал за КГшки. Второй герой. Бигфут. Афинка у него, по-моему, есть. Да, уже даже прокачанная Афина. Так, отлично. Поехали, забираем. Жалко, конечно, что малыша Ника не выбрали. Не получили. Но это такое. Самое главное, что мы, в принципе, собрали слизней. Ну, хотя малышник был бы более востребованный. Там порочный пак дают. Но герои нам упали просто обалденные. Идем еще в акции. Так, награда за вход. Бинго. Кузница, подарки тут. Ну, сейчас зайдем еще сюда, посмотрим, что тут есть. Так, 20 смертушки, вообще отлично. Тоже неплохо, я вам скажу. Смотрите, сколько плюшек, сразу так плюс 80 силы, но отличненько, отличненько. Такс. Идем в акцию одну. Открыть сундук. Вот эти сундучки у нас, конечно, редко такие сундуки бывают, но они очень кайфовые. Вот они. 13 попыток у нас есть. Отлично. Поехали. 150 самов. 300. 150. 50. Ну, чуть-чуть маловато падает. Мне, блин, предыдущие что-то больше нравились. Там 1500 можно было вытащить очень часто. Фрэнки. Ну, Фрэнки, по-моему, у него есть. Но все же неплохо. О, 1500 самов, то, о чем я вам говорил. 50, 150 и 150. Ну, бинго. Так, отлично. Еще, как видите, 3 косама у нас накопилось. Сейчас попробуем. Так, невозможно получить. Места у него не хватает. Потом почистит.
Так, ну давайте увеличили уже, по идее, заберем еще карту, откроем. Еще и Гаргула вытащили, вот так вот, и за 150 були дяху. Так, забрали. Так, что у нас получилось по героям? Бугимен есть, Махатмы не хватает. Да у него, кстати, неплохие герои. Седна тоже нужна. Призрачного он откроет. Так, с этим мы разобрались, поехали сюда. Давайте карточку. На складе нет места. Я рад. Смертушки еще, смотри. О, нифига себе. Нормально так ему насыпало. Смертушки мне столько даже не упало. Читер, читер, читерный аккаунт. Так, ну что, вторая карта и... Тесса, ну такое себе. Тесса, конечно, такое себе, но вот это вот кайфовая вещь. Потом он откроет выживание, особенно для древних пригодится ему. Так, ну в принципе, вроде как бы все, идем посмотрим еще с какими там они... скиллами повыпадали герои эти все. Ну это было четенько. Так. Бигфута живо, Фрейя живо. Ну, в общем, вот так вот. Такие вот герои, такой вот ролик. Пишите комменты, ставьте лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.